он не ждет. Слава, маленькая. Тише едете дальше будете. А то вы едете куда надо. Потом спросите у нее. Что? Ну и что это тут такое? Ступать будет. Так это что, бросать надо было сюда? Сумки не могут пристроиться. Конечно, можно пристроить, но поблавки побросать, да и все-таки. Грязную тряпку, все, на воззрение. Встань, подойди туда. Поставь, пожалуйста, вещи. Либо другие, пан. Либо сестры, пойдемте, накрывайте на стол, то не другие. Пропустите Тамару. Тамару, пропустите с переводчиком. Сколько? 30 лет с девушкой. Я вот не могла понять. Татьяна Александровна, она говорит, это не я. Я попросила себе. В тот раз мы убежали, я не успела. Приходите, тут мы в закутке заняты. Там чай уже, да? Смотреть нужно. 41-го года тебя не было. Он сказал, вот накрывайте, а вообще никто ничего. Ну все, успокойся уже, садись. Нам адвоката не хватает еще. Давайте в письма люди подайте. Да вот ставьте вот так, да и все. Кого переживаете, Максим? Да я думаю, что будем. Ничего не говорю. Садитесь, садитесь. Вы рассаживаетесь. Хватит мне со своей баней, пока я тебе баню не устроил. Да успокойтесь, адвокаты. Ну да. Хватит адвокатствовать. Мне что тут с тобой, спор какой-то, ученик или что? Где я хорошо оделся? Майка, что ли? Что это? Это куртка. Там, тихо. Чего ты выбираешь-то? Татьяна Кузьмична, молитесь обо мне дома. Молитесь как следует. Чтобы у вас все прекратилось. Это. Тише, Миша, на голове. Рождество или Царь Небесный? Да, царю небесный, утешителю души истины, и живи здесь, и все исполняя, сокровище благих и жизни подарок.
истины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Господь наш Бог, молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя, прибудь с нами. Господи, научи нас исполнять заповеди Твои, как Ты повелел нам. И сказал нам, да любите друг друга, чтобы мы пребывали к любви друг к другу не только на словах, но и на деле. И на словах тоже. Чтобы мы были милостивы друг к другу, терпеливы. Тебе славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Следующее, значит, будет приветствую 2 числа. Значит, вечером будет молитва. Вот и 3 февраля. 20 я буду там, повторяется. Вот. На 3 февраля я пригласил, раньше приглашал и вчера, митрополита Владыку Сергия. Да, сюда, где служение батюшек пригласил. Потому что 3 февраля исполняется ровно 40 лет, как я был посвящен в степень священства. Вот. Как в диакона 41 год, 14 января было в Тобольске, а священство значит, было в 79 году 3 февраля. Тоже был воскресный день. И попалось сейчас воскресный день 3 февраля. Рукоположил меня в священство и в диакона архиепископ Максим, фамилия Кроха его. Это был омско-тюменским, потом недолгое время был тульским и могилевским, это в Белоруссии. И там он скончался уже 12 лет, как покойный. Вот. Он меня рукополагал. Рукополагали меня... Он у меня в домашней церкви, рано утром, где-то в 5 часов было. То есть там, видите, тогда было время такое, что каждое посвящение священства или епископа должны быть добро от уполномоченного по делам религии. Если этого одобрения нет, то епископ не имел права и рукополагать кандидата. Хотя он и достоин по всем, но... Уполномоченный был. Когда владыка, видать, меня защитит, то уполномоченный категорически был против. Ну да, потому что уже известность вот через брата дошла уже повсюду там, что неблагонадежная. Такие, да. И меня нет, значит. Вот. И поэтому он меня тайно так рукополагал уже, а потом уже, видать, перед... совершившись фактом, поставил, ну, может быть, как-то там это и тогда. Но было такое от уполномоченного, чтобы в Омске, чтобы никогда не служил. Только где-то там, на сельских приходах небольших, чтобы в Омске, чтобы не было. Ну и одному никогда, когда уже архиерейская служба, то по архиерейской службе можно. Потому что там уже ничего не скажешь и ничего лишнего не сделаешь. Там уже архиерей говорит, там проповедь говорит и... И все. Ну вот, было так. И это было 40 лет назад. Как будто бы это было вчера. И было так. Я уже диаконом был. Диаконом был. Ну а что, хотелось все, что? Диакон-то как-то не принято там право. Мне хотелось проповедовать. Мы как-то едем с владыкой. Было еще летом. Он говорит, отец, ты готов быть... Пресвитерный. Да готов, владыка, конечно. Ну и все. И поэтому еще на полгода еще осталось. Так, надо было сказать, да нет, владыка, я еще себя не чувствую, как бы. А я так, готов, конечно, я. То есть я хочу быть. Скорее мне надо. Уже раз пошло-то. Ну вот. Так вот. Прошло 40 лет. За это время сколько было. Храмов приходилось, 4 храма строить. Ну, храмы не такие, как в Яно-Богословске, конечно, без золотых куполов, но все своими руками. Как мы Василькули строили, вот,
привезут, где достанешь там, допустим, лесовоз бруса. И это все не просто так как-то, а именно через кого-то, где-то нужно было, да, свободно нельзя было. Ну и вот привезет, там уже темно, шофер. А брус такой 20 на 20 и 6 метров длиной. И вот мы вдвоем с матушкой это лесовоз выгружаем, выгрузили его, ну там сбрасываешь как. Ну уехал этот, другой шофер поможет, а другой так из кабины не вылезет. А кого ночью соберешь там? Некого. Да и прихожане-то были все вот такие. Молодежи-то не было никого. А потом днем мы с ней этот брус вдвоем штабилюем с прокладками, чтобы где-то вот такую высоту. Это мы вдвоем. Я придумал там такие там веревки, что-то тягать, и она там поддержит, где я это. И мы вдвоем с матушкой все это штабелевали. Вот такие строили храм, тогда так вот строили. Вот такие были. Значит, в Василькуле строил. В Тюкале пришлось два раза строить. Первый раз строил, там другой был настоятель. Я как каменщик там работал лето. А потом, когда я там был настоятель, храм сгорел на Сретене Господне в 85-м году. И пришлось теперь, остались только одни стены кирпичные. И за лето я его восстановил вновь. Все, покрыл крышу, внутри там все сделали, и в ноябре месяце я попросился, уже новый был там архиепископ, чтобы меня перевел в другое место, потому что там эти власти сильно были. А почему было? Ну, как-то было так, что у нас было такие какие-то общения со многими там, было с разными даже, со старообрядцами там и с баптистами были общения. И когда узнали об этом, то на меня приходили переводы. Отовсюду денежные переводы. Переводы другие приходили в то время, 1000 сразу пришлют перевод там. 500 рублей, там 200, кто сколько. Все, и власти забеспокоились, она уполномочена. Надо, чтобы эти все деньги кто-то получал. Вызвали, значит, пригласили на беседу в горосполком. Значит, начальник почты, там был, значит, начальник милиции и меня. Ну и вот это, но он говорит, надо, чтобы... Батюшке там деньги не поступали. Вот. А начальник почты, а я, говорит, как могу? Пришло, говорит, адрес, а я кого, говорит, другого. Вот. Пусть он напишет, на кого недоверенность. Я говорю, а зачем я буду на кого доверенность? Мне люди доверяют, а я кому-то буду доверять. Нет, не буду. Ну и на этом и все. Потому что никто, начальник почты категорически, я, говорит, не могу ничего. Иначе начальник милиции, говорит, здесь, говорит, нет никакого преступления. Все. А деньги, которые приходили, я сразу, значит, там книга была, я там этот приклеивал этот, и что, покупали, какой материал, покупали квитанции все, значит, то есть к рукам не прилипло, ни одна тысяча. Вот так вот было. Уже. Ну, а там они еще стали, и поэтому меня так привели в Тюмень. Вот, в Тюмени мы начали строить, но не достроили со своим Михаилом там старый храм реставрировать. Вот это было где-то уже 87-й год. Мы нашли там на кладбище храм, стали, решили его восстановить. Вдвоем, давай там лазим, вдвоем там племянники приехали им помогать. В то время были Роман и Кирилл. Кирилл, я не знаю, наверное, в первом, во втором классе, ну а Роман, наверное, в четвертом классе был. Вот они помощники были. Такие. Они же там как-то старообрядцы. И приехал дьякон с Тюмени-то, ну и... Этому к Роману-то и говорит, ты кто такой? Я кто такой? А какой ты, как молишься Богу? Я молюсь так. А какой ты веры? Он такой, мы никого не признаем. Я как сейчас раз в этот Сергий будем звать. А где, говорит, тот, который никого не признает, как он живет? Никого не признаем, мы так молимся. Вот так вот и все. Вот так все. Так научены они были, так они и исповедовали. Так вот было. Вот так вот было. В Таре пришлось строить тоже это там. В Таре храм построили, освещать уполномоченно запрещает. Так освещали ночью. Владыка выехал другим путем, нужно было прямо поставить, а он там где-то окольными путями, чтобы никто не заметили, где он проезжает, через посты все объехать, чтобы в Тару, 300 километров от Омска. А мы с Евтихием, он тогда в Ишиме там служил, мы с Евтихием в это время заканчивали штукатурить потолок в алтаре. Это было 12 часов, первый час.
мы только последние дырки замазываем, все сыро, и владыка приехал. И сразу стали освещать храм. Это сейчас мы уже к 4 часам 5, наверное, утра храм осветил владыка. Все. И он быстро опять, пока еще темно, быстренько уехал обратно. Все, храм теперь освящен. Вот так вот, такое время было. Вот так вот было. Ну что еще? Слава Богу за все. Много. Конечно, мне было легко, потому что так уже Господь, видать, говорит, что попал епископ, который рукополагал меня, был такой, что, ну, к нему можно было в любое время мне прийти, хоть ночью, хоть днем. И всегда, ну, скажем, по-отцовски он относился, и можно было, говорится, поплакать в жилетку к нему там, и попросить там и помощи, и все. Вот, поделиться. Не каждому епископу так попадешь. Другой говорит, где? А у нас, говорит, к епископу заранее, говорит, там за месяц записывайся на прием к епископу. А священник на прием к отцу родному нужно записываться. А ближе отец. Попробуй к отцу попади. А это было так, что он всегда. Как-то приехал к мне брат в гости поговорить. Так он, чтобы не было, выехали за город и там в околочке, в лесу. Там он, значит, поговорили, пообщались. А так было? Так было. Вот такой был епископ. Мне это очень повезло. И окружающие, кто были научающие, допустим, протодиакон, когда с новоставленными. А протодиакон Анатолий, вот он как-то был в Потеряевке, приезжал. Это родной дядя Максима, епископа. Был он чужевой сейчас. Вот, он, иногда перезваниваемся мы с ним. Вот он мне очень... Я бы сбежал, если бы не он, я через неделю бы, как меня в дикана, я сбежал, я так и намерял, я сбегу, уйду. В алтарь меня пошлют что-нибудь взять, я там с алтаря двери была, я думаю, сейчас потихоньку закрою и сниму это стихарь, и в ту дверь, и только оставайся, говорит, лавка с товаром. Я только зайду, а он это, я потом говорю, отец, а что ты за мной? А я, говорит, понял, что ты, говорит, задумал сбежать. Ну а что, я ничего не знал, службы не знаю, ничего не знаешь, это архиерейская служба, там до того, это... Тягомотная. Тягомотная. Это, до того это... Вот. Ну вот они меня так удержали, вот так и... Ну а дальше уже так вот пошло все везде и было. Прошло 40 лет. Небольшое, конечно, время. 28 лет общине нашей. А давно ли было? Вспомните, где мы начинали служить первое? На Никитина, там на втором этаже. Вначале мы потом больше стало, не вмещаться стали. Я стал делить. Половина сегодня, кто служба, идите в Покровске, а половина там будем молиться. А потом на следующий вот так вот стали менять. Уже потому что все не вмещались там просто, второй этаж. А потом нашлись добрые люди там рядом, вот, в подвале там у них одни, значит, там были вот, люди. Они отдали этот дом. Там мы молились, ему сказали. Потом такая была у нас Бруяка. Вот. Таня. Да, Татьяна Бруяка. У нее был мальчик, с мальчиком она была. Жила. Максим. Вот, Максим. На втором этаже, благоустроенном, там, на партизанской. Интересно, где она сейчас. Там молились. Какое-то время там. Но оттуда уже тогда, здесь вот, здесь надо благодарить КГБ, наверное. Что, если бы не КГБ, но помолиться негде было. Если брата не посадили, то бы домов этих не было, бы негде молиться было. У Господа все рассчитано, как и где нас вести, что. Ведь это, так скажем, совпадение. Нет, не совпадение. Господь все это заранее уже. Вот так и так. Должны были пройти там помолиться. И, наконец, дал нам вот это. Теперь, нате, вытерпели все то. Теперь, нате, вот это, благоденствуйте. Вроде как сравнить, да, чтобы тебе... Да, ну что было, сравнить. Конечно, кто с нами, ну, покажется у Бога. Но нам есть чем сравнить, так это да. У нас... Хоромы, богато дело. Стоим, молимся, свободно. Всегда свободно у нас. А у Татьяны там дисциплина была какая. По два человека заходили только. Так ну же да. Выходили. Ну, так все вот. Молча. Никто не... Одного ну, да, чтобы слова. Соседи, чтобы... Не беспокоить их. Не беспокоить да, соседей. Да. А там столько народу было. Ой-ой-ой. Ну вот так вот было. Все пережили. Я вспоминал сегодня за упокой митрополита Валентина.
Вот это был первый епископ зарубежной церкви здесь, в России. Вот. Русанцев фамилия его. Вот. Он помог своим ходатайством зарегистрировать общину здесь. Он зарубежный был уже, в зарубежной церкви. Вот. Он уже покойный, сейчас умер. Валентин, митрополит Валентин. Ну, тогда епископом его сделали, в зарубежной церкви руку положили его епископ. Потом он там митрополитом был. И вот так вот. А так митрополия-то осталась там? Да, у них так осталось. У них там епископов несколько, наверное, десятков. И митрополит тоже есть у них сейчас? Я сейчас знаю, я не могу сказать точно, общения нет никакого. А, я понятно. Не могу сказать. Она же как, российская свободная, да? Как-то? Я даже не скажу ничего. Как они там, в каках называются сейчас, не знаю. Ну вот, дело в том, что это он помог нам зарегистрироваться. Когда отказывали, он тогда говорит, я говорит, буду там жаловаться в какие-то организации, и они как-то пошли сразу и нас зарегистрировали тогда. По его ходатайству здесь было. Да. Вот, потому что в первых годах как-то было трудно там. Вот. Ну и опять же так же, что пошел, когда Игнатий Ильич регистрировать, оказалось, что тот следователь, который его осудил, теперь он приходит, а он сидит, регистрирует это в регистрационном, это в юстиции, это старые друзья встретились. Ну как не помочь другу? Теперь он, значит. Религиозные общины, да? Да, 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 да. Вот так вот. Видите, как все опять. Что это? Опять случайность. Случайная встреча получилась. Но какая случайность? Представьте, как это. Сколько лет прошло, и было, и надо же так, что именно тот, который дарил теперь этот. Тоже помог зарегистрировать. Если был бы какой-то другой, может быть, и не зарегистрировали бы как-то бы там долго было. А он, ну что, старый, знакомый уже это. Вот. Ясно, что верующий. Ну да, может быть, и совесть-то все равно, есть совесть-то все равно где-то. Что ж я делал? Он не сознавался, говорит, я... А что, мне было указание подвести под такую статью, и все. Так и делал. А иначе он бы не работал. Ну тогда зачем? Вот, да. Ну вот так вот. Здесь что нам сейчас? Интересно. Сейчас только благодарить Бога и хранить то, что есть. То, что есть. Это сохранить нам. Вчера я смотрю, Игнатий побеседовал. И ни одного собеседника сегодня нету. Хорошо побеседовал. Нет, один есть, Вася здесь. А тех ни одного нету. Ну, может быть, работает или что-то причина так. Но вот нету пока. Я смотрю и думаю... Это или это? Совпало так или все? Да, Тимур попросил дать ему неделю, чтобы он поговорил с родственниками, решил этот вопрос. Помоги. Нет, понимаете, здесь ничего, сегодня слышали, что говорил святитель Иоанн Златоуст. Здесь ничто нам не помогло. Было бы, чтобы наше усилие, ничего. Но что могло повредить Иосифу? Представьте, братья хотели убить, потом продали в плен его. Повредило ему? Нисколько не повредило. Ему что там? Разрешали молиться, церковь? Нет. Он молился Богу в сердце, и видим, что получилось. Здесь должно быть ревность. Я ему говорил, я служил в Тюмени, было. Это был, наверное, 81-82 год. Вот. Я там немного служил, там заболел настоятель, и меня там на месяц туда. Я смотрю, молодой парень, парнишка, прибегает. Значит, с начала службы он прибегает. Кончится служба, он быстро убегает. То Коля, вы знали, что звать его Коля, учится в 10 классе. А отец у него, как вы знаете, он секретарь обкома партии, ну, может, не первый, там, но второй, но партийный очень. Он узнал, что он церковь, он ему запрещает, а он все равно ему надо бежать. Отец его закрывает на замок в кладовке. Пока отец там уехал, он как-то это окошечко выломал и все равно убежал в церковь. В конце концов, отец уже, ну, когда он уже, наверное, в армии, потом я-то уже там не был, ну, и он стал священником. Отец, говорит, он потом расскажет, отец Николай, он по Теряевку приезжали они, вот когда в прошлом году они приезжали, с дьяконом были, нет. Вот, говорит, отец потом смирился, говорит, и стал сам в церковь ходить, отец. А он в протоиерее, один из видных протоиереев Тюменской епархии. Вот как. У него было тогда, и он, несмотря на то, что отец его закрывал или что-то, он все равно шел в церковь. Это было горение его сердца, вера такая была. Как его звали?
Николай. У него от матери или от кого? Не сам же он по себе. Кто научил его? Не знаю, я этого не могу сказать, кто научил это его. Вот, но... Чему научил? Да. Что, вопросы? Но это было... Потом поговорим с тобой. Да. Вот так вот было. Поэтому здесь, в этом, советоваться с этими, тем более совершенный человек, 20 лет, какой здесь советовать будет? Сказал, мама, я выбрал это. Вера. Вы посмотрите, молодая девица, допустим, Варвара, она советовалась с отцом, отец что? Я уверовала. И все, отец родной ее убить хотел. Другие такие, допустим, святые, там совсем девицы, даже, представь, 9 лет, 12 лет. Я верю. Там у всех Екатерина, Татьяна, да. У всех одинаковая. Ну да, все молодые были. Уверовали. Какое мужество? Почему? Потому что она не могла другому поступить. Потому что сердце и вся ее внутренность, все ее бытие говорило о том, что она... Там должна быть, в этом месте. А не с матерью там где-то, или неверующая мать, если... Ну, тем более. Татьяна окошки посчитала, три. Да. Три. Ну, это могут там написать, это, мы не будем это говорить, что там окошки там и прочее, но примеры-то есть такие, что были. И возьмите в Ветхом Завете Маковейские сыновья. Ну, молодые же парни, ни один не был женат. Вторая Маковейская. Да. Все погибли. Почему? Только за отеческие предания, за веру в единого Бога. Не поступились ни с чем. А это никаких ни гонений никаких нет, ни мучений, ничего. Поэтому здесь должно быть так. Здесь нет никаких оправданий. Что... Тем более в наше время сейчас. Кто? Где? Это раньше было. Как мы когда росли. Нашу мать там вызывали, приезжал уполномоченный с района. Мы детей у тебя отнимем, говорит. Что ты их не разрешаешь в пионеры вступать. Мать говорит, ну отнимите, вы будете за них отвечать. Берите, говорит. Она нисколько не разрешается. Возьмете, берите, говорит их. Но пока, говорит, они у меня, пока до армии, говорит. Вот пойдут в армию, пусть, говорит, тогда хоть в комсомол, хоть в партию вступают. А пока до армии, пока не совершеннолетние, нигде не будут вступать. Вот так вот. У нас был один партийный, один брат. Но он не более 2 часов был партийным, октябренком. Часа 2, наверное. Пока... От школы до дома дошел со звездочкой, ну а мать его в дом не запустила со звездочкой. Кто, говорит, тебе звездочку давал эту? Туда иди, кто, и живи там, Суляна Ивановна. И дверь закрыла на крючок. Он постоял, ну что, бежать нам. Пришел учительница, звездочку бросила. Соберите свою звездочку, я с мамкой хочу жить. Все. Кончилась партийность его в этом. Вот так вот. Ну, продолжайте дальше, давайте, что я вас задержал. А что продолжаете? Сегодня на автобусе еду до Ребрихи, там надо мне в Ребриху, поэтому я 12 часов на автобусе выезжаю в Ребриху, поэтому я где-то мне часов в 11, наверное, в начале 12 надо будет выехать. И я тогда с вами поеду? Ангелохранитель. А? И я поеду с вами. Ну хорошо. Кто сможет до автовокзала меня довезти? И Нину Александровну. Минут 15-12. Я могу довезти. Есть 13 минут. Кто, Лариса? О, Лариса нас довезет. Все. Лариса, ну пожалуйста. Лариса довезет. Я не против вообще. Ладно. Решай, как хочешь. Отстань. Ну что, продолжайте, Виктор Андреевич. А теперь что-то ангелохранитель, Лариса. Давай. Иди к нам сюда. Толкование того не читать. А чаебитие будет или что? Чего мы тут сели? Пирожки положили, дальше что? Хотя комично. А болящих, да? Сейчас пока болящих все уйдут. Все, не будет опять братской трапезы. Братья и сестры, прошу вас, прошу молиться, братья Сергий из Воронежа. Пожалуйста. Была информация, позвонила мама Сергия Козлова из Воронежа, позвонила Симоненко Ольге Николаевне. Она сказала, что брата Сергия увезли в больницу, у него рак кишечника. Ну вот на этом фоне еще вот такая вот болячка, так что просила молиться, чтобы Господь его сподобил пройти это огненное испытание без ропота, уныния и отчаяния. Чтобы ей тоже Господь помог. Потому что она смысл жизни видела только в нем. Да. Вот, поэтому, чтобы у нее
было правильное понимание, что приняла как должное, как христианке положено это принять. Вечное Царствие Небесное. Вот. Ну, а всех болящих наших, которых мы уже слышали, молитесь тоже. Вот. О себе хочу попросить помолиться с 31 по 2 я буду... Путешествие в Москву на учебу. О. Там несколько дней. Вот, там. 31 января по 2 февраля. Вот, там короткая будет учеба. Да. Вот. Ну и о моем сыне молитесь, чтобы Господь его в ревности, в служении, чтобы в страхе Господне пребывало. Если будет страх Господень, все, все будет на месте. Вот. Что еще у кого есть? Да, мама Валентина моя передает всем поздравления с праздниками. И это, просит дальше помолиться. Началось у нее лечение, это облучение лучами. Там разметка очень долго шла. У нее серьезно такая опухоль, загнутая какая-то, и упирается в позвоночник. И вот они так надо им отсечь, чтобы ничего там не задело, а только именно эту опухоль. Это сложно. Там такие на теле, говорит, наносили ей, ну, эти метки, да. И она туда заезжает, в эту трубу, и там лежит без движения несколько времени. Поклон ей, поздравления с праздником, и мы молимся о ней. Спасибо, Христос. Всех благодарю за молитвы. И прошу, завтра у меня суд в 10 часов, прошу помолиться. И ошибки в документах, чтобы как-то исправить можно было наши. А что за документы? Наследство. Старых или новых? Старых, еще суда не было, еще старых. И там ошибки какие-то? Да, и серьезные. Что-то от фамилии или что там? Нет. А, свои там эти, адвокатские, да? Да. А. Можно еще плохо. Слово. Я хотела сказать, что все наши старицы, Анна Кузьминична, Мария Яковлевна, ну, все передают низкий поклон, всем поздравления с праздником. И, ну, и от всех вас я их тоже поздравила. Конечно, конечно. Спаси Христос. Поэтому, ну, и хотела вас тоже попросить, простите меня, прошу ваших молитв тоже. Потому что на этой неделе, может быть, у меня признали онкологию кишечника. Поэтому, наверное, операция будет тоже. Помолитесь. Ты еще анализы только? Признали. Игорь Тихонович. Ну, то, что говорили, батюшка говорил, как вы полагали, я тоже один из случаев. Я говорил уже, что мы готовили все три брата, все закончили, я должен был первым по положенному. Ширин у меня подрясник, я его надел, постоял где-то, может быть, полминуты, и снял. Я говорю, нет, это не мое. А закончили, все уже, домашний преподавал нам кандидат богословских наук, отец Александр Пивоваров. Это не мое. И вот сейчас батюшка говорил 40 лет. О, вы как Моисей с Аароном. А мы все с Аароном вели народ 40 лет в пустыне. Понятно как? Аарон он стал, когда вывели до этого, не был священником. Ну да, какая-то аналогия есть. Два брата, один священник, другой старается людям путь указать как-то. И испытания, и все такое. А даже я приехал в город Красноярск, позвали меня печи сделать для просторных, русские большие печи. Ну и тамошний благочинный по Красноярскому краю, Бурдин, отец Александр, разговорились, он говорит, так а что ж тебя не рукоположил этот, Гедеон здесь был, а он мне сказал, Большой Улуй меня отправит, и там рукоположит. А Большой Улуй, это далеко, потом мы когда развозили книги и прочее, туда заезжали. Но я молюсь об этом, лег спать и вижу сон. Какая-то тайга. И лежат вот быка, когда заколят, шкура растягивается, она засыхает такая, там на ней кататься можно, ничего не будет, толстая. И в куче лежат вот эти засохшие бычащие шкуры, и мне говорят, выделывай. А я в это время выделываю на шубу сам, чтобы годное было. Овечек держали много и были свои шкуры. Я подошел вокруг шкур, я говорю, нет, они не поддаются выделке. Даже
государство ничего с ними не сделает. И очнулся. А в это время приходит письмо от Гедеона, он архиепископ, потом Ставропольский митрополит стал. Ну, готов? Я говорю, нет. Засохшие бычащие шкуры никто не может выделать. Я ему разъяснил, он огневался. У него как рукополагать кто, они приезжают, потом в кочегарке работают, и там года 2-3 они муржатся еще. А тут я говорю, и вы, да теперь хоть что делать, я не рукоположу вас. Ну, воля Божия. И вот тогда отец Александр говорит, у меня, говорит, отношения там очень хорошие с уполномоченным. Я предлагаю, какие кандидатуры, он всегда так, давай я позвоню ему. Я говорю, да вряд ли. Ну давай, он здесь пока и все, сейчас к архиерею. Ну ладно, давай, он звонит. Я гляжу на него, он по телефону говорит, гляжу, лицо меняется у него, начинает краской наливаться, все. Да, так. Ну, ладно, я думал, ему удар какой-то будет. Он его как распек, а кто будет, он по телефону назвал мое имя. А до этого разговор хороший, да, разговор нет. А кто будет, откуда? Да из Барнаула Лапкин. И тот на него сразу, ты думаешь или нет, что ты делаешь? Это ты нас всех под монастырь подведешь с ним. Он какой? И дальше он тогда опустил руки. Да я же, насколько знаю, ничего этого нету. Я говорю, ну я же тебе говорил. А теперь вот как хорошо, что меня посадили. Иначе бы не было после этого суда. Господь бы не дал его выиграть, а рассчитываться в администрации города нечем. И тогда дали вот эти два здания, привезли, и то Боголюбов привозит меня. Вот все у Бога вымерено. А мы тогда ходатайствовали планетарий, там в Ранжирном, где-то, как называется, Меланжевом парке. Ну никто не знает, что это за, какой храм-то был, нигде нету. И оказывается, мы уже назвали свой крестовоздвиженский, почему там поднимали крест в лагере отсюда. Оказывается, крестовоздвиженский. Вот не случайно. Я говорю, в своей жизни за 80 лет я не встретил ни одного человека, кому бы мог сказать, Игнатий, иди сюда, слово Игнатий. Ну нету нигде, вовок этих, даже потеряевки трое. Это языческое имя Владимир, то он при крещении Василий стал. Ну вот, Владимир Владимирович, помощник Владимир Николаевич, ну и прочее. А тут, оказывается, был при, у старообрядцев, а мы из старообрядцев, был священник Игнатий Тихонович. Даже Игнатий Тихонович даже в интернете не найти. Это такое, ну, может быть, на миллиард где-то можно совместить. А Владимир Николаевич, Баварин, на его место пришел Владимир Николаевич, заместитель. Я пошел в тюрьме, начальник Владимир Николаевич, краевой. Так, я хочу сказать о том, что Бог дал создать общину. Кому-то она не нужна. Вот я вижу, одна у нас тут сейчас сестра была. До этого все время убегает домой. Мама больная, мама больная. Маму похоронила. Я сказал, и ты также будешь убегать. Нет. Она вышла, вот сюда заходит, в тамбур-то, и вдруг как обожженная, выскочила и сразу куда-то туда. Гляжу, нету. Сейчас посидела маленько, все равно, как говорится, смылась. Трагедия. Человеку не нужна община. Зачем он тратит деньги на башмаки, так далеко ходит? Община – это все общее. И общины ни одной практически нету в городе. Это понимают. Вот мы, чтобы кончилась служба, мы сели, вот так разговаривали, знали нужды. Вот. И вы знаете, что мы будем молиться. К слову сказать, только что усатая Наталья в Германии, она замужем за сириянином, за магометанином. И у нее там 4-й ребенок беременность. И всех оповестила. Отец Игнатий, молитесь. Ответ. Пришел 3700 ребенок, девочка по календарю Аполлинария. И роды, говорит, никогда не были такими, ну, свободными, быстрыми. А я, говорит, до этого было, там то воды не отошли, меня будто колесницей пополам разрезала. А тут радуется, а просталась, нет, и уже в интернете сидит. Я не знаю, куда ребенка положила. Видите, обращаются к нам люди со всех сторон. Это милость Божия. И вот батюшка тут приводил некоторые примеры. Ну, вот вчера мы ходили на ОП, ездили. Вот Игорь Владимирович приехал на машине, Сергей Павлович отвезли нас. Но не посчитали, сколько Евангелий. Сергей тащит ящик за ящиком машину. Ну, куда? Мы же на елку ездили. Там. Ну, нету. Я раздал 20. 20 Евангелий там много. Ну, ладно, давай. Там еще Игорь везет, у него есть. Ну, у него есть. И когда мы все раздали до единого, это все кое-что снимали, это надо было видеть, когда пишет там с Новокузнецкой Галина, говорит, как пирожки горящие только отдавали. Одному дает, там 5 человек руку тянут.
А везде вложены были наши визитки. И уже у меня сразу на форуме людей прибавилось. А другие, я вас знаю. А другие, мы каждый день вас там смотрим в интернете. Другой подошел из КГБ, бывший там поздоровался. Ну как, ну какое у вас здоровье хорошее. Ну, вот Кисну православие, там написано, мне главную помощь оказывал редактор Алтайский государственный университет, газета «За науку». Клименко Владимир Федорович, он вчера встретился. Он одновременно является редактором газеты «Алтайская миссия», журнала этого, епархиального. Везде молится, все. Батюшка говорит, он приезжал в лагерь, печатал все вот эти вот 150 тысяч экземпляров, только у меня вышло. Благодаря ему. И вчера мы там встретились. Это вообще удивительно. Он там фотографировал, видно, для своего церковного журнала. Встречал людей, которых не думал видеть даже никогда. Когда-то, где-то, даже не могу припомнить. Да вы, наверное, забыли меня. Это все Господь делает. И мы пришли домой, когда Володя, ну сколько в ящике? Ящиков посчитали там столько. А сколько Евангелий нет? А у меня запасные дома лежат. Так, 24, 80 Евангелий. Мы тогда в коробку сложили, посмотрели, одна коробка. Дальше умножили на 4, умножили на ваши сумки. И получилось так. Близко-близко, 500, больше или меньше? Да. 500. Так и есть. Это Господь сделал так. Сколько людей было. И всем говорили, у меня как заклинание им. Поднимаю и говорю, по благословению патриарха Кирилла. Это впервые таким тиражом дали. Крупным шрифтом, специально для престарелых, для хороших таких ваших глаз. И каждый там, у кого есть. Это Господь так сделал. Ну, я решил тут, когда крестный ход обратно пошел, а мы опоздали маленько, что-то суетятся. До того не люблю, вот, когда опаздывают. Слово сказать, нас отец учил, на час раньше на вокзал приди, хоть где. А здесь что-то, у нас слово такое было, шаперится. То есть, что-то копается там где-то. Приехал уже, крестный ход уже ушел, уже не на обе. Я говорю, что не надо так. Ну, мы там вначале, Сергей Павлович скорее распечатает, я пошел и... И когда они обратно пошли, я думаю, ну им идут, которые, и этим даже церковникам давал. А Володя от меня отстал, потерял где-то. И в это время священнический чин идут, посередине там окруженный митрополит идет и крестит всех кистью, вода летит, то другое. Ну я подошел, он сразу, о, кисть махнул на меня, кисть, кажется, отдал, выступил из середины, обнял, по церковному, по пасхальному три раза поцеловались. Вообще, сам не может улыбку скрыть. Но это не наиграно, это действительно расположение Божие. Ну и вот вчера мы так день провели, один день. А не будь общины, выехать некого. Никого кроме нас нету, мы вне конкуренции идем. До этого были и спрашивали, а чего вы зарубежные, а тут ни один вчера, ни одного противника не было, вообще не было. А я к каждой полиции, а полиция в разных местах, подходил, вам Евангелие, и Евангелие полиции даже давал. И мусульмане встретились, и мусульманину дал. Я говорю, тут Иса? Да, есть Иса. Марьям, это Мария наша, ты тут больше узнаешь что-то. Ну, вот благословенный был день. И все это уже в интернете стоит. Ну, почти все. Кое-что соединять надо, в администрацию отправим. Этого ничего бы не было, если бы не община. Вот я даю каждый раз слово, как завещание. Ничего не меняйте, считайте. Помощь Египта будет тщетна. Все, которые пытаются помочь, а сами они веры не имеют. Потому я сказал Богу, говорит, сила ваша сидеть спокойно. Вот сидите спокойно, ничего не меняйте. Как принимать? А вот так вот. От 3 до 5 лет кандидатский стаж. Стадия оглашенного. Это согласно Слову Божие. Не скоро, говорит, дабы не было нарекания, как рук полагать. Вот даже относительно детей я смотрю. Я вас очень прошу, ничего не меняйте. По отношению к детям. Смотрите, как называют, какие имена. Вот Варвара. Это не, ну, у меня двоюродная сестра Варвара. Мирон, первый раз встречаю. Это Николай и Анна, дети. А возьмите здесь Ливия. Я не встречал. Лилия, да? А здесь Леонида. Видите, как я остальные это имена такие не знаю. Даже это. Даже с детьми заниматься. И даже что нам Господь позволил создать, это благодаря общине. Главное, это у нас вот, вот лежит. Мы уйдем, исчезнем, а это останется. Это то, что написано пером, не вырубишь топором. И вот про это хотелось сказать. Вот батюшка сказал, пропел.
пропели тут, или считаю в конце, тоже надо пропеть здравие всем, которые были, знают, не знают, которые отошли. Мы наблюдаем, люди, которые были в общине, отошли. Ну, мы так хотя бы косвенно держим связь, все-таки знаем. Ни одного нету, чтобы он задержался на той ступени, где был. Вот у нас был, ушел, и хотя бы на этом уровне, ничего подобного. Он попадает туда, где ему сразу ставят. И больше ничего нету. Он ни сказать не может, ни пойти, ни тем более Евангелие раздавать. Нет. Община – это семья. И сегодня мы отмечаем нашей общине, уже получается 91-й год. Ну, считай, в 2001-м десятилетие у нас было, ну, вот теперь 28 лет. 20, получается, регистрации, тут все это батюшка говорил. Главное препятствие у нас было из-за Московской патриархии. Настоятель был, Войтович отец Николай, он мне сразу сказал, вас никогда не зарегистрируют. Они придумали закон через Ельцина, кто здесь 20 лет? Какое отношение? Стаж, если мы здесь 20 лет назад были, то зарегистрируют. А там баптисты, которые отошли от этих, там меньше 20 лет, не регистрируют. Ну, отменили, сейчас нет его. То есть они безумствовали. А в это время у меня там уже хорошие были связи. Иван Егорович один, Масюк или как-то, Масюк его. Ну, до того хороший мужик. И вот он рассказывал. У меня юрист помогал, Власова. Валентина Васильевна, я думаю, брат Севастьян знает ее. Они почему-то считаются сильно хорошие юристы такие. И вот. И он мне рассказывает, тоже юрист. И говорит, я делал, трудился, чуть не 300 страниц написал. То ли дипломно, или где-то. А который принимал, видимо, он какое-то отношение к Валентине Васильевне имеет. То ли, может быть, он преподаватель там. Он посмотрел и говорит, знаешь что? Ты можешь, Иван Егорович, выше написать. Перепиши. Я думал, в отпуск пойду, ахнул, говорит. Огорчился сильно. Но когда, говорит, я снова сделал, он похвалил и сказал, мне, говорит, самое лучшее место дали, я в инвестиции сейчас работаю. Поэтому препятствия, какие нам встречаются, Бог помогает преодолевать, и вот этого не было бы места. В центре города я хотел. Ну, не больше, как 100 квадратных метров. А то можно было где молиться-то. А ведь получил это 226 квадратных метров. Это Бог так сделал, когда мы ему доверяем. Я вот все это когда беру, и не посмотрели на Войтовича, зарегистрировали, перерегистрация. И сегодня я пришел, когда вот это началось, тут это катавасия, это об объединении говорить. Я говорю, мы не, а никто не заставляет вас. Никто. Вы остаетесь так же. Держитесь от того. Мы принадлежали, принадлежим к Русской Православной Церкви за рубежом. И это говорит не кто-то, а митрополит местный патриархийный. Когда они у нас служат, они провозглашают патриарха Кирилла, потом первого иерарха Русской Православной Зарубежной Церкви, Нью-Йоркского, Западноамериканского. Полным чином его нас засчитывают. Он зачем бы это делал-то? То есть нас приняли в этом чине, сидите спокойно, не дергайтесь. А это наш друг, митрополит Сергий, он буквально все снял. Обстановка везде изменилась. Ни одного не было, который был бы против. Священники, которые шли вчера, радуются. А батюшка говорит, они уже там еще на этом были. Кто-то сказал, говорит, Лапкин, говорит, уже здесь работает. Ну, это Господь так делает. Поэтому, кто хочет знать больше, пройдите, там 12 страниц висит, на община наша, как было. И вот препятствие этому юноше, о котором говорил батюшка, не может быть. Есть житие святого Пьодора Сикиота. Это святой, и житие святых. Мать ему настрого запретила ходить, потому что ему надо было идти около 6 километров зимой, а там волки. И мать его пришла в храме, захватила за волосы и потащила. И вдруг явился Георгий Победоносец и сказал, отрублю тебе голову, только тронь пальцем его. Мать перепугалась и больше никогда не трогала. Видение было. И мы должны взять для этого пример. Вот у Варвары батюшка взял, отец не угрожал. Он сгнал ее и сам участвовал в казни ее, Диаскор. Отец. И она, однако, не уступила девчонка нигде. А вера, надежда, любовь, Матерь София, ничего не могли сделать. И поэтому надо просто молиться, чтобы решительность человека восстал против. А такой, который малодушен, ничего не будет, не знаем. Я сегодня с одной сестрой говорила, она так решительно выступает, это вот так. Там, если мусульмане, никогда ничего не получится, в семье там невозможно жить. Я говорю, а Бог? Но она говорит правильно, по опыту, который
на ее общение. Но я тебе скажу, вот когда у христиан отобрали самого сильного, побивали камнями, сказали бы, да не плачь, будет еще такой же. Никто не поверил. Такие таланты не на дороге валяются. И сказали бы, посмотрите, вот одежду караулит, главный тут вдохновитель-то, он будет вместо его. Да выше его, Савл. Так? А теперь стал апостол Павел. У нас Потеряевки иногда тут, Неонила Александровна, вот вас не будет с батюшкой, как мы тут будем? Я говорю, дорогая ты моя сестра, да Бог сделает еще лучше будет. У нас опыт, мы иногда на месте стоим и не развиваемся. Вот у нас люди пришли еще из благовестия. Посмотрите на фотографиях, в АГУ, в АГТУ занятия идут. Община, повторяю, не было, этого не было. Поехать, когда сделать, получили здесь, приезжали, тут Иван Семенович, все работали здесь были. Помню, Зина тут была, все. Стали, Наталья, кто может тащит, ты не один. Поэтому нужно это ценить. Вот в этой форме мы продолжаем работать. Главное это приобретение у нас было людей через преподавание по радио. Я вел занятия регулярные, еженедельно 3 передачи давал. По телевидению было, в милиции, и оттуда уверовал. В летном училище я оттуда уверовал один, у метро Сергея Иванникова, диакон сейчас там, Черных, что ли. Он подошел, а вы меня, наверное, не знаете. А я же был в училище, у нас там были занятия. Летное училище. У нас работа не прекратилась. Мы работаем в интернете. Вот это интернет, мы каждый день благодарим Бога, что Бог дал людям это разумение. Вот вчера мы вечером побеседовали, вот юноша был здесь, выставили, ну, вставление тут давал где-то. Сегодня встали, уже 650 что ли. Так, Володя? Представь себе, а там несколько часов прошло. Это ни в университете, нигде этого нельзя сделать. Узнают люди, приезжают каждый год на крещение, все через интернет. Через книги. Володя только на почту узнает книги переслать где-то. Поэтому, о чем вот батюшка говорил, ну, все помянул, как есть. В то время мы про общину думали, но не знали. Вот я заговорил, заходили в Покровский собор, батюшка стоит, отец Геннадий Фаст, и вот эта вот торговля, вот это все. Чужие люди заходят, через порог выходят. Как сделать? Никак. Значит, поэтому вопросы никак. Чужие все будут. Теперь второе. Чтобы торговли не было, как? А уже три точки. Теперь в ограде там сделал. Никак. Ну, мы перебирались. Тайная исповедь, которая, чтобы эпитимия работала, чтобы не было бритых, женщины накрашены друг... Ничего не может быть. Это все пункты, которые нельзя было выполнить. Как только община стала, все выполнили. Буквально сразу. А почему? Потеряевку приезжает архиерей, привозит харистов там, Маша Барабаш к себе завела, выходят, как наши все. Приехала секретарь городского УВД Барнаула, Морозова Александра. Тут же в городе переоделась, приезжает на фотографии в журнале «Охрана». Это центральный журнал МВД. Она как будто наша. А то ничего нельзя сделать. У меня на это ответ. А еще не начинали. Вот мы это услышали, столько прошли, нас Бог сохранил. Вы не забывайте, что после 19-го, в первое воскресенье. В первое воскресенье, вчера 19-е было. А согласно на другой стороне написанном, в первое воскресенье февраля стал работать наш сайт. Был сайт, а теперь у нас что? Мой мир, там 22 тысячи нашей фотографии. Одноклассники, Facebook, Twitter, в Google, Instagram этот... В Ютубе 29 миллионов только посетителей. Понимаете, это все благодаря обществу. Как мы должны это ценить? Вот. Мало того, у нас сайт работает, так у нас еще там разные такие названия, где я даже не бываю, в Гугле, перепечатывают все наши ролики и там распространяют. Не будь общины, мы бы с Сергеем не встретились, с Козловым. Так, я сейчас скажу, Алексей. Ну слушай, Алексей, у него два ролика выставлены, называется «Сошествие в ад». Есть какая-то такая система, ты мне помоги ее установить. Я ее боялся, ну, Сергея увезли, никто не понял. То есть он как-то заходит в интернет, человек, и мелькает только раз, неизвестно кто там. Туда любой заходит. Я, о, а ты чего такой лежишь? Захлопнули, ушли. Наконец заходит
А Сергей парализованно это открыл. И они видят какой-то как чат, я не знаю, как это называется. Чат-рулетка. Так? Чат-рулетка. Во-во-во-во. Мне восстановить надо это дело. И мусульмане узнали, так ты еще лежишь, он 18 лет. Ой, Аллах. Я не сочувствую, а тебе помощь нужна какая? Мусульмане натолкнулись на парализованного, а такие-то хохочут это. И они лучше выглядят. Потом второй раз нашелся юноша, который до конца слышит, с чем-то уже исправился, что-то даже. Что-то за ним даже такое есть. Вот второй раз он опять зашел. И при том он ничего не делает, сами они это, кадры мелькают, если кто задержался, остальные уже не могут проникнуть. Он с ними. Я подумал, я бы взял эту эстафету, ты мне помоги, пожалуйста. Потому что я же никакой. Вот. Как называется? Это любой может к вам в дом зайти и... Да. Ну что делал Сергей, парализованный Козлов? Я хочу, чтобы у меня было. Его нету, я его с эту эстафету беру. У меня время есть для этого. Так, сестры, вас Господь дал. Вы держите все время в поле зрения тех, которые болеют. Анна Кузьминична, вот, Онагаева Мария, всех. Те, которые где-то без общин, они никого не знают. У нас все на учете до единого. Я уж не говорю, там роженица или концерт поставить и все. Это все благодаря общине. И один ты ничего не сделаешь. Вот только сказали молиться, мы сразу раз в интернет, и все везде разнеслось. Вот я вам говорил, что появился человек, это я не вижу, Дмуха, Надя, где она? Если есть там как-то... На работу ушла. Ушла, да. На работу назад, на работу пошла. На работу. Вот она сказала, такой вот есть, детей там много в Америке, Стивен Митчелл. И вот здесь давал он интервью, приезжал. Я никакого внимания не обратил. Но я уже лег спать, рассказываю, а она через Володю меня лежащего достала. И я тогда Володе говорю, узнай, как она, пусть она как-то найдет. Я тогда в интернете сказал, кто его знает, найдите, со мной свяжите. Утром уже из трех разных мест с ним связали. Но как разговаривать? Теперь установили программу переводчик. Вы даже не знаете, до какого уровня доходит. Мне писать много надо. Я беру микрофон, эту программу включаю и начинаю говорить. Добрый день, брат Стивен. А букву сразу выставил. Добрый день, брат Стивен. Но рядом вторая и написано, на какой язык переводить? Я хочу переводить на китайский. Она одновременно переводит на китайский. Я говорю, на английский. Она по-английски. Ну, некоторые ошибки она там. Когда я говорю, брат Игорь, она не знает. Она говорит, Игоря. Не про горе говорит. Она не может перевести это. Имена-то неизвестны. И теперь он ночью мне прислал поздравительную сегодня. Это Господь так сделал. Без общины я бы просто не нашел. Надя не подошла бы, я ее знать не знал бы. Я бы не сообщил, ничего этого не было. И он говорит, у нас самая главная задача – воспитание детей. Какой должен быть мужчина и какая леди? Леди должна быть какая? Ну, я ему ответ дал, и тоже перевод. Конечно, какие-то маленькие ошибки могут быть, но все-таки это понятно. И сразу дал материал по этой тематике воспитания. Я говорю, прибор сразу переводит на английский, я копирую, ему отослал. У тебя телефон включенный, нет? А? Телефон включенный? У меня? Ну? Ну, наверное. Отец Иван что-то не может дозвонить, хочет позвонить. Ну, скажи попозже, через часок. Ну, что, он сейчас еду. Хочет. Ну ты услышали. Оставь его пока здесь, подержи в руках. Ну, услышали, батюшка, я отвечаю всегда ему. Не звонил. Ладно. Нет, так ты держи в руках, он сейчас позвонит. Нет, слышно, хорошо. Я говорю о том, какое благо Бог дал нам, что мы имеем общину. Вот не будь в общине, Алексея бы я не знал. Вы знаете, сколько он переделал бланков, притом с рисунками и Гестапо Доре. Регистрируем общину, печать, это все его была работа. Других-то никого не было. Это другие там Витя, звонят. Саша придут загулять. Звонят. Телефон. Нет. Сейчас быстро постараюсь. Вот. Говори, отец. Доброе утро. Ну да. Я пить хочу. Сейчас мы как раз проводим собрание, и ты в интернете это увидишь. Он, батюшка, стоит, говорит, что не берешь телефон-то? Отец Иоанн звонит, я говорю, сказали, чаепитие будет, уже 3 часа занимаемся воспоминаниями. Все. Даже сейчас вот кто там это, будут смотреть, скажет, ну действительно, он прав. Да. Могли бы немножко поесть и потом дальше продолжить. Люди-то сердобольные поели. Да.
Один дух, одна вера. Очень. Вася всегда хочет. Да. А он пещерный человек, не должен молчать. Да. Вася, когда начинает говорить, да, печенек ему таехал, да. Да. Громко и бестолково. Спаси Христос, отец сам. Дом Миша. Аллилуйя. Спаси Христос. Помолись о парализованном Сергее. Его увезли в больницу. С Богом. Так, много-много благословений, отец сам сказал. И все. Так, вот смотри. Вчера тут написали. Василий, ты написал что-то? Написал? Некогда. Сейчас останешься, напишешь. А потом напишешь, а потом позатрукаешь. А ты писать умеешь? Напиши, почему сколько не был с того времени, как 11 лет назад, сколько пропустил, какая причина, и не сокращай. Вот, Михаил Петрович, вот, он написал, это твое? Все. Он открыто написал все, по какой причине, почему его не было. В общине это возможно. Ни в одном храме Барнаула с тобой заниматься, да не только в Барнауле, это вообще. На общее сказал и ушло. Они вот выступают священники, они кому-то отвечают, напротив их сидит человек, они отвечают. У нас все открыто. Которых вот перечисляют самых известных священников, у них нигде это не показано. А что он покажется? И все-таки, кто как ведет себя, они ничего не видят. А могут сказать, что а вы псевдоправославны, там и проще. Это Бог будет решать. Поэтому я благодарю Бога каждый день, чтобы Господь сохранил и расширил пределы общин. Потеряевке прислал добрых людей с детьми, и чтобы сохранили школу. Вот такой молитвой молюсь. Аминь. Я, понимаете, к этому отношению имею самое близкое. Сразу обращаюсь к вам. Вы не чужие. Какие недостатки знаете в общине, ну и, конечно, во мне? Что я должен изменить? Это тот рубеж, на котором можно уже что-то решать. Ну, 28 лет. Еще тут говорить. Ну, говорит, запугал, зазомбировал. Сидят, все молчают, как Тамара одна. Еще нету. Телефон доверенный. Я благодарен Господу за всех вас. Потому что помощь со всех сторон разная. Я спрошу вас, Карина, то, что мне дали объявление о помощи роботам, поступает что-то или нет? Мне пишут иногда, говорят, вы узнаете, хоть поступает или нет. Видите как, это вообще невозможно. Детей нету. Дали объявление, ну не на пустом месте уже, да? Видите как? Кстати, Иване, отроке Иване, молитесь, он хворает и обследуется сейчас в диагностическом центре у себя там по месту жительства, в поликлинике, чтобы разобраться, что у него там, какая болячка. Общее, да? Да. Домогание. Да, ну такие вот симптомы, которые пока это не растет. Это растешь быстро. Витамины нужны. И нагрузка физическая. Наши порядки нигде не менять, абсолютно нигде. Даже сестрам шторки не отрывать, они прибитые. Все время должно быть закрыто. Там закрыто. И, ну, запомните, будете что-то крайне необходимо. Сделали вот это, вентилятор. На каждом метре не сверлите, этого достаточно три. Я так даже беспокоюсь. Вот начнете что-то химичить, как говорится, и вы запурхаете. Здесь абсолютно все обдумано. Ну, 21 год уже только здесь мы сидим. Так, завершаем, да. Нина из Осинников передавала, звонила, приветствие, старенькая, спасибо, очень, Христос. Да, и что она нас помнит, но она тоже старая, и становится просит. Ой, Господи. А тот Сергий, который у нее был, он где? Давно помнит. Завершаем. Достойная страхова истину, ложите только родицу. Христа блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сомнения Серафим, без истления Бога Слова родшую,
сущую Богородицу тебя величаем. Господи Боже наш, услышавши нашу молитву, прими воздеяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное, по слову Твоему. Господи, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Боже, всемогущий Создатель, прими нашу молитву, а всех заповедавших нам молиться о них, дивный наш Создатель, услыши всех молящихся о нас во благо нам и воздай им добром. Тебе, Господи, хвала, Тебе слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Аминь. Аминь. Так, про поте я просил, что в церкви пели. Много лета. Сергей, все помяни, батюшка, что возле сделай. Подожди, Господи, мирное житие, здравия во всем благое поспешение высокопресвященнейшему митрополиту Илариону, перерарху русскому, русской православной зарубежной церкви, господину нашему, высокопреосвященнейшему Сергию митрополиту Барнаульскому и Алтайскому, всем членам Крестовоздвиженской общины, всем сочувствующим нам, помогающим нам, Господи, всем здесь предстоящим, молящимся, и сохрани, Господи, на многое лето. Многое лето, многое лето, многое. Господина нашего. Да, посередине, господина нашего, я понимаю, что это первый. Нет, господин нашего. Это... Это Сергий, да, что, потому что батюшка уже привык, что именно это самое, эти московские патриархии так величают. У нас-то там зарубежные поскромнее все. А здесь-то они полное величание.